Приветствую вас, дорогие друзья! Не прошло и часа, как и обещала, решила снять видео, чтобы потом спокойно заниматься вязанием. В этом видео хочу поговорить с вами о моделировании, о моей новой идее, над которой я сейчас работаю. Это проект «Париж». В прошлом видео, где я делала обзор пряжи, я вам сказала, что решила немножко изменить этот проект. Вот такой он в первозданном виде. По идее Светланы Волкодав. Здесь предполагался вязаться кейп и юбка. И вот буквально вчера я изменила решение и хочу сделать из кейпа жакет. То есть все очень похоже, но будет жакет. Почему я решила сделать жакет? Ну, как бы кейп – это накидка. Я вообще люблю накидки, но все-таки прислушиваюсь к вашему мнению, что не все могут носить накидки, не все умеют носить накидки. Ну и, в принципе, как бы что жакет, что накидка – вещь хорошая, ниточки подобранные замечательные. Давайте свяжем все-таки жакет. Идея пришла во сне, повторюсь. В общем, проснулась и решила: все, вяжу жакет. То есть все будет то же самое, сохранены формы, но из накидки, вот здесь вот вы видите прорезь, да, для рук, то есть одевается накидка с прорезью для рук. Мы здесь сделаем рукав. А так, в принципе, все будет то же самое. Тот же рисунок, тот же цвет. Да, по поводу цвета сейчас еще хочу с вами посоветоваться. И еще об этом поговорим. Это так, небольшой анонс о нашем этом видео, что я хочу вам рассказать. А сейчас давайте я вам покажу все, что у меня получается. И потом приступим к моделированию, к непосредственно к моделированию, то, что я хочу переделать. Итак, значит, вот такое полотно у меня получилось. Оно не влезет все в кадр. Ну, я хочу сказать, что в длину оно должно быть где-то 63 сантиметра. В ширину тоже не знаю сколько. Сантиметров 45 у меня, наверное, получается. Ну ладно, потом расскажу о ширине. В общем, хочу сначала показать это полотно. Это мой первый жаккард. И я, в принципе, им очень-очень довольна. Вот это полотно, оно отглажено. То есть отглажено и отпарено. Но это я еще не стирала. Думаю, что когда оно постирается, будет еще лучше, петельки улягутся. Вот, да, большое спасибо, мои друзья, за ваши отзывы по поводу вязания жаккарда. В общем, я прислушалась к вашему мнению, прислушалась к тем ошибкам, на которые вы мне указали, что я неправильно делаю и как этого избежать. Дорогие, я, в общем, пробовала это все, пыталась сделать правильно и пришла к такому выводу. А зачем менять то, что тебе нравится? Короче, девочки, видимо, это сложно для меня. Не знаю, почему. Я поняла, в принципе, свою ошибку, но продолжаю вязать в том же духе. То есть, вот как у меня ложатся петли в изнаночном ряду, где, значит, мне нужно следить за тем, как лежит моя петля. Но я уже настолько привыкла, что мне не сложно петельку хватать то за переднюю, то за заднюю стенку. Ну, посмотрите, какое шикарное полотно. Просто шикарное. Зачем что-то менять? То есть с этой стороны у меня все очень-очень легко, красиво получается. Все петельки лежат ровно. С изнанки, в принципе, меня тоже изнанка моя устраивает. Но мне нравится. Оно не рыхлое, оно не тугое. Оно вот то, что нужно. Здесь, значит, у меня спицы пятерка. В общем, я довольна результатом. Как бы не заставляю следовать вот за мной.
Ну, вообще у меня все неправильно. Что в ирландском кружеве у меня неправильная сетка, и многие вещи, может быть, я вяжу неправильно. Но это все мое. Как бы никого не заставляю делать так же. Жаккард мне мой, тоже нравится. Пусть это будет мой жаккард, мой почерк. Но все равно я вам всем благодарна за ваши отзывы и за ваши комментарии. Мне было очень-очень приятно их читать. Это говорит о том, что у меня на канале собрались хорошие, отзывчивые люди, и с которыми я уже со многими просто сдружилась, мы общаемся, и я очень-очень вам благодарна. Спасибо вам большое. Итак, это по поводу полотна. Оно у меня уже в длину сантиметров... Да уже к 50, наверное, идет. То есть мне буквально осталось 10 сантиметров, там 13, и полотно будет готово. То есть это спинка, да, третья, средняя часть спинки. Теперь давайте о моделировании поговорим. То есть сейчас покажу вот этот проект. Здесь мы видим кейп с прорезью для рук, да, накидка. А я хочу из нее сделать жакет. Вот смотрите, у меня не сохранилось, куда-то я все извела, в общем, распечатки по выкройке. Сделаю позже, это сейчас не важно. А вот такая боковушка, это вот то, что предполагалось, когда, если бы я вязала кейп. То есть там была схема, ну, приблизительно вот так, да, если взять эту вот часть, рассматривать сверху вниз, в принципе, так и предполагалось вязание. То есть вот вязала здесь, предполагалось вязаться коса по центру этой накидки, да, ну это рукав, да, будем так скажем, не рукав, но часть кейпа, где должна располагаться рука. Вот здесь, значит, центральная часть — это коса, и вот это коса. И сейчас одну секунду, фломастер куда-то. И значит, где-то на вот этом уровне, с одной стороны, здесь вот эта прорезь для рук. То есть эта часть крепится, должна была крепиться к спинке, это к переду, да. И вот здесь предполагалась прорезь для рук. Что предлагаю сделать я? Значит, смотрите, я вот вырезала приблизительно, вот это будет у меня рукав. Вот такая форма. То есть вязание будет начинаться отсюда, с косы. Да, еще, девочки, я предлагаю изменить форму косы. Мне очень понравилась коса, которую я вязала вот в белом свитере, который ушел в подарок дочери на Новый год. Ее я брала вот из этой схемы. Это был вот этот свитер от Massimo Dutti. И вот эта вот коса. Вот она здесь у нас на рисунке. Ее хорошо вот видно. Вот я предлагаю связать именно эту косу. У Светы Волкодав там коса, по-моему, обычная косичка, переплетение, по-моему, 2 на 2. Не помню уже, но неважно. Но я хочу связать вот эту косу. Она мне нравится больше. Она здесь 4 на 4. И идет сначала в одну сторону смотрит и в другую сторону смотрит. Вот такую косичку я предлагаю вам связать. Значит, что я предлагаю? Будет вязаться эта косичка по центру. Ну вот давайте я вот так просто буду рисовать. Вот так вот она будет идти по центру нашего рукава. Давайте вот так вот сделаем. Вот косичка, да? И вот отсюда она будет идти. Это будет форма реглана. Вот так. Вот. А вот здесь ее не будет, потому что это у нас все-таки не кейп, а наш кейп превращается в жакет. Вот эта часть будет у нас вот здесь вот на плече, а вот эта часть — это будет реглан, и дальше будет идти рукав. Вот так вот мне видится
этот проект. И здесь будет у нас вот эта косичка будет на фоне изнаночных петель, то есть изнаночная гладь. Не лицевая гладь, как по проекту. Я оставлю ссылку, посмотрите еще раз мастер-класс именно по вот этому жакету, проекту Париж. Тот, который есть на Live&Net. Вот, там эта косичка предполагается на лицевой глади. Я хочу сделать изнаночную гладь. Здесь вот будут изнаночные петли, не лицевые. Почему изнаночные? Потому что манжет в этой косичке я хочу сделать платочной вязкой. Но чтобы оно как-то вот гармонировало. То есть никакая не резинка, а такая достаточно свободный будет рукав. Ну вот так вот, да? Вот. И обвязка здесь будет изнаночная гладь. Думаю, неплохо будет смотреться. Ну, вот такая у меня задумка. Да, ну что теперь делать, если спинка у нас уже связана? То есть у нас будет вот такая, вот, ну, можно сказать, чуть-чуть там, да, здесь вот для горловины на спине, да, прямоугольник, будем сказать, можно сказать так. И такой же будет перед. То есть, но он будет с разрезом, да? Вот. Вот так. А что нам сделать вот здесь? Вот здесь я предполагаю довязать, как в пиджаках, под край, как он называется-то? Все время забываю это выражение, этот термин. Подкройной бачок или что-то. Ну, вот в пиджаке я это делала. Вот здесь вот я довяжу вот такие вот части. Пущу здесь тоже вот эту косичку, чтобы гармонировало красиво. И потом мы здесь вот этот вот наш рукав, который я сейчас вам о нем рассказала. Вот он, да, вот этой формы. Вот сюда мы его потом и вошьем. То есть у нас получится вот такой вот жакет. Простите меня за мое художество, но думаю, что ну, я понятно вам объяснила, что я хочу сделать. И думаю, задумка неплохая. И потом, значит, на краю манжета здесь будет платочная вязка. И вот здесь вот я тоже хочу сделать обвязку платочной этой, платочной вязкой. Поскольку планирую связать вот эту косу на изнаночной глади, платочная вязка вот при обвязке этого жакета, думаю, будет вот просто в тему. Сейчас вот отключусь на некоторое время. Забыла достать застежки с AliExpress. Хочу вот знать ваше мнение. Может быть, даже сюда вот эти вот застежечки пустить. И еще у меня к вам большая просьба. Смотрите, вот в этом проекте Париж, да, вот эта часть черная, да, а я ее хочу связать из белой ланы Gold. То есть это остается так, как есть, вот этот рисунок гусиной лапки, да, а рукав я хочу сделать белый. Не знаю, насколько это будет хорошо. Юбку оставить черной, вот эти вот боковые части, а рукав связать из белой пряжи. На мой взгляд, почему я приняла такое решение? Ну, во-первых, мне идет очень белый цвет, и вот эти косы на белом фоне будут, конечно, выразительнее, ну, не знаю, более выигрышно смотреться. Вот, пожалуйста, напишите мне об этом. Что, если изменить этот кейп вместо вот этой, вот этого черного рукава, сделать белый рукав на белом фоне, то есть белыми нитками связать? Конечно, будет не очень практично, но все-таки будет, на мой взгляд, красиво. И по поводу застежек, сейчас я их достану и тоже прошу у вас вашего совета, нужна ли здесь эта застежка или нет. Сейчас буквально одну секунду. Но
обошлась своими застежками, которые я сама связала. Вот такая застежечка пришла с AliExpress. Вот эти мне нравятся застежки, и не очень дорогие. Вот, ну куда-то в другое изделие пойдут. Сколько у меня? 3 штучки их осталось. Это я не про этот проект говорю, это я вам просто показываю, что мне пришло с AliExpress и что мне нравится по цене и качеству. Так. А вот в этом проекте, Париж, вот те застежечки, с которыми я хочу с вами посоветоваться. Может быть, сюда вот такие застежки пустить в этот жакетик, да? Как вы считаете, если пустить вот такие вот застежки, уместно они? Вот это тоже с AliExpress пришло, но вот видите, вот то, о чем я говорю, о качестве. Вот эти мне совсем не понравились. Вот просто вообще не понравились. Это чистой воды дермантин. Вот просто дермантин. Или, может быть, даже не эти застежки взять, а взять вот эту пуговицу и... Даже не знаю, пойдет это сюда или нет. Но у меня есть еще одни застежки, которые мне нравятся. Сейчас я вам их покажу. Вот эти застежки. Может быть, использовать их здесь. Напишите мне, пожалуйста, вот ваше мнение. Как, на ваш взгляд, подойдут вот эти застежки в нашем пиджаке или нет? Тогда нам обвязку нужно делать немножко пошире, вот на ширину вот этой застежки. Мне она вот нравится. Вот эта застежка мне нравится. По качеству она кожаная. Так. И еще с AliExpress, это я вот все когда вязала пиджак, просто вам покажу, пришли вот такие пуговички. Вот они мне очень нравятся. Вот такая винтажная пуговица. Просто она деревянная, очень легкая. И вот этот набор. Кому интересно, я найду ссылку и покажу вам, где я покупала. И, естественно, вы увидите цену. Это еще мне вот по осени приходило, да, но что-то как-то я... Не было случая, не было видео показать это все. А чисто снимать видео ради вот того, чтобы показать эти застежки, тоже мне не хотелось. Вот наступил такой момент. Делюсь с вами. Но, на мой взгляд, вот сюда очень хорошо подойдет вот эта застежка. Возможно, даже ее я и применю. Очень нужна ваша помощь. Напишите мне, пожалуйста, по... ваше мнение вот по этим застежкам. И как вы насчет того, если сменить вот этот черный цвет на белый, то есть белые рукава сделать. Это все для того, повторюсь, чтобы хорошо было видно наши вот эти косы. Да, и еще напишите мне, как насчет того, чтобы заменить простые косы там на 2 на 2, по-моему, на вот эту красивую косичку. Вот она уже в белом свитере у меня была. И она очень хорошо держит форму. Достаточно такая аккуратная, не выпуклая, не особо такая объемная. Очень красивая. Здесь 4 на 4 перекрещивание идет. Вот. Я вот пытаюсь вам показать, что вот здесь вот эта косичка пойдет, вот здесь, ну и на боковушках, где нам нужно будет вот здесь вот довязать, да, чтобы у нас был не кейп, а жакет. И тоже вот здесь хочу пустить вот эти вот косы. А может быть, здесь не нужно эти косы. В общем, одни вопросы. Девочки, я надеюсь на вашу активность. Пожалуйста, может быть, кто-то уже вяжет со мной этот проект Париж. И тоже только пока там связал какую-то часть спинки, да? Напишите мне, пожалуйста, ваше мнение и ваши отзывы по вот этому, вот этой новой моей идее. Да, что хочу сказать. Я когда вяжу, да, вот этот вот кусок,
очень теплая ткань. То есть, когда она лежит на мне, да, то очень-очень тепло. И я вот все думаю, может, сначала юбку связать. Мне прям хочется одеть эту юбку. Вот сейчас зима. Ой, не знаю. Она очень-очень теплая. Здесь, повторюсь, Lana Gold, которая 240 метров, классик, да, и Angora Deluxe в одно сложение, что в белом цвете, что в черном цвете. То есть здесь две ниточки в белом цвете и здесь две ниточки. Спицы пятерка. В общем, шикарно. Мне очень нравится и не колется вообще ткань, хотя, полотно. Хотя вот Angora Deluxe, такая достаточно такая колючая ниточка, что там говорить. Все, мои хорошие. Так, вроде ничего не забыла. Сейчас еще раз посмотрю. Все, наверное, все вам сказала. Жду ваши комментарии. Очень надеюсь опять на вашу активность. Пожалуйста, напишите ваше мнение. На этом с вами буду прощаться до следующего видео. Всех люблю и до новых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.